Ребята, всем привет! Привет всем, ребята! Так, что мы? Направляемся, как всегда, в гараж. Будем менять прокладку клапанной крышки. Наш главный механик у бабушки, так что мы будем сегодня вдвоем заниматься. Так, вся красота выглядит вот так. Есть потеки сейчас. А вот уже все сырое. Это я уже вытирал тут тряпочкой. И тут со стороны вон термостата тоже. Для замены нам потребуется 11 колечек и прокладка вот такая. Корейская тут. Все на корейском написано. Брал больше года назад. Сейчас посмотрим, подойдет она или нет, потому что она идет. Ну, Аланос 1.6, но в принципе двигатель такой же, под алюминиевую крышку. Сейчас посмотрим. И ключ вот такой динамометрический. Будем первый раз использовать. Еще новенький. Так, сейчас снимаем эту декоративную крышку. Шестигранники откручиваем. Снимаем все трубки. Выдергиваем провода высоковольтные. И в принципе можно откручивать гайки крышки клапанной. Вот все у нас тут в масле. Ну, в принципе, скажу, около годика в таком состоянии она ездила. Я не залазил, так как свечные колодцы были сухие. Сейчас уже начало уже сильнее подтекать. Я смотрю, надо уже лезть менять. Проехал, кстати, 1020 на этой прокладке. Да можно, да, давай. Я сейчас домыю его по этой крыше. Хорошо. Так, сдернули патрубки эти. И вот этот маленький. Сейчас снимаем свечные провода. Запоминаем, как оно тут стоит все, чтобы не перепутать. И будем отпускать эти гайки. О, уже есть масло тут в свечных колодцах. Вот так вот начало уже пропускать. Свеча в масле. Надо будет свечу вытирать. Да. А то-то то же самое. Чуть-чуть. Бамс. Так, и тут чуть-чуть. А везде уже потекло. Свечные. Тут он. Да, много тут. Тут поменьше. Тут вообще сухо. Так, теперь отпускаем гайки. Так, поснимали все гаечки шайбочками. А теперь хочу вычистить тут свечные колодцы. Бамс. Тряпку туда и пошел. Крутим свечи, чтобы лучше вытереть. Чтобы все лишнее убралась. Так, свечи я давно. Вот так. У нас четвертый цилиндр. В принципе, свечка, я бы сказал, бы хорошая вообще. Это тоже масло. Вот, а тут все сухо. Изолятор плюс-минус правильного цвета. Крутил свечи и уже остаточно вытираем колодцы. Вот один вытер. Вот, один уже красавчик. Так. Сейчас вытрем и как раз их крутим. Кстати, свечи у нас
Denso K20TT. Свечи установлены, провода вытерты. Крышку уже сдернул. Вот. В принципе, сдернулось не тяжело. Вот наша прокладочка, она вся на герметике. Сейчас придется вычищать это все дело. Конечно, работы тут хватает. Ну, вот так вот выглядит двигатель. Не знаю, пробег 132 тысячи. Не буду говорить, настоящий он, не настоящий. Но, тем не менее, вот так вот. Кстати, прокладочка еще такая, знаете, не дубовая и не пластмассовая. Канцелярским ножичком так потихоньку счищаем это дело. Ну, понятно, что стараться, чтобы ничего не падало в двигатель. Эта гадость может оказаться в маслоприемнике, и будет печаль. Это все я дело вычистил, обезжирил. Сейчас дело за клапанной крышкой тоже почистим. Ну тут, кстати, герметика нет. Пройдемся. Так, вытираю тут крышку. Слегонца пройдусь, чтобы чистее было от налета. Налет такой небольшой, но имеется. Зачистил и обезжирил. Так что все, и тут чуть-чуть протер. Так, ну, больше приделял внимание плоскостям, которые прокладка ложится. Тут тоже все зачищено, обезжирено. Будем сейчас на герметик садить эти грибки. А далее всю прокладку. Прокладочка наша вот так выглядит. Мягенькая такая, ну понятно, новая. Как она будет в эксплуатации, посмотрим, насколько ее хватит. В принципе, старая вот висит тоже. Я даже удивился, она не потрескалась. Еще имеет нормальный вид такой. Прикинул прокладку. Тут получается, грибки полностью идут вместе с прокладкой. Они залиты. А на этой старой тут отдельно идут грибки, отдельно прокладка. В общем, вот такие различия. Так, тут промазал герметиком это все. Старался так, минимум. Но суть не в этом. Суть в том, что прокладка чуть-чуть отличается, и она, ну, нормально не ложится, а чуть-чуть в натяжечку. Получается, у нас тут, где кольца распредвала, вот эти, немножко не садилось. Пришлось герметиком тоже промазывать. И здесь тоже в натяжку было. Пришлось, ну, тут подрезать это все дело, чтобы село нормально. Так, крышку накинули, шайбы накинули, гайки сверху, сейчас будем зажимать. Так, есть такая схема затяжки. Сейчас будем по ней затягивать. Так, снял боковую крышку, чтобы глянуть, как там прокладка легла, чтобы потом по 10 раз не откручивать все. Ну, вроде легла нормально, он вокруг распредвалом. Вроде нормально. Сейчас ждем, пока герметик подсыхает. Будем запускать, проверять на наличие течек. Снял модуль. Получается, по заводскому тут должна стоять специальная пластина под модуль зажигания. У меня она не стоит, стоит такое. Самодельно из металла предыдущий владелец сделал. Так, суть в чем. Во-первых, хочу это все оттереть, потеки от старой прокладки, чтобы все красиво было. Во-вторых, хочу эту железку покрасить в черную краску термостойкую.
Ну это у нас внутри все равно особо. Да, только как ты ее перевернешь? Как-то вот так. Так. Уже высохло. Уже высохло. И внутри подсохло. Ну, внутри. Что такое? Все, пойдем ставить. Катушку поставили. Так. Ну, теперь хоть выкрашено более-менее смотрится. Прошло уже 2 часа, как герметик сохнет. Так что сейчас будем запускать двигатель и сотреть. Закончили мы свою работу с данным автомобилем. Все поменяли, поставили, проверили, не течет, не капает. Ну, в принципе, нормально. Тут покрасили, красоту сделали. Вот так вот, такие дела. Так что, ребят, кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. На подписочку и лайкосик. Все, всем удачи пока. И пока. Пока-пока. Всем удачи.